Давай ты. О, есть, наконец-то эту пирамидку сложную построил. Пирамидка ада. О, привет. Ты попал в мою научную лабораторию. И ты, наверное, подумал, я сейчас буду жонглировать. Но нет, я никогда этому не учился. И сегодня я сделаю очередной эксперимент. Тебе же нравятся опыты на моем канале. Ну давай же, стоп, чего-то не хватает. Так, собрался с мыслями. Так. Абракадабра, нужная техника на столе, появись! Вау, это сработало. Вот фен, он мне точно нужен. Даже легкие предметы не могут долго парить в воздухе. Они со временем падают. Давайте же проверим. Что и стоило доказать. А что будет, если я использую фен? Давайте же приступим к самому эксперименту. Это были большие шары. Как видите, они не падают. А давайте посмотрим, как себя поведет теннисный шарик. Очередь настала до футбольных мячей. Я имею в виду игру в настольный футбол. Очередь дошла до колбочек из-под киндер-сюрприза. А теперь посмотрим, как будет летать мой самодельный пакет. Тебе понравился мой эксперимент? А теперь я тебе расскажу, как это происходит. Когда мы подносим шарик к струе воздуха, на него действуют сразу две силы. Сила притяжения Земли и сила отталкивания. Поэтому он балансирует в воздухе и не падает вниз и не улетает вверх. На этом мой ролик подошел к концу. Ставь палец вверх, подписывайся на мой канал с колокольчиком, чтобы не пропустить новых видео. И делись этим роликом со своими друзьями. Всем пока!